У тебя уже все есть? Можем идти? Возвращайся, когда все раздобудешь. Наконец-то хоть не кто-то знаю. Над нами жалится. Может, жалится. Вы давно рук Спасибо не мыли? Спасибо тебе, ведьма. Хойные, нет хойные, все умрут. Чего тебе, рванина? Хоть бы патлы свои седые вымыл. Чего тебе, рванина? Приветствую. Пришел взглянуть на весеннюю коллекцию? Я бы взглянул на твой товар. Разумеется, прошу. Если что-то жмет или натирает, всегда можно переделать на месте. Будет сидеть, как вторая кожа. Будь здоров.
Приветствую. Я хочу сыграть в карты. Гради сквалыга на сквалыге сидит, сквалыги погоняет. Что? Я тебе болит. Должен мешок шампиньонов за то, что ты нам помог. Добрый день. Приходит. Грязи-то сколько нанесли. Может, она в конце концов к нему переедет. Самое время. Thank you.
Я вижу, ты принял мою просьбу близко к сердцу. Значит, ты все-таки говорила не всерьез? Тогда я еще успею переодеться. Не смей. Ты выглядишь замечательно. У тебя уже все есть? Можем идти? Все готово, можно идти. Не часто я вижу тебя в таком наряде. Мне в подмышках жмет. Может, они в дублет проволоку зашили? Я буду все время восхищаться твоей крепостью духа. Так что, идем? Приветствую уважаемых господ. Мы гости госпожи Видельбуд. Покажите, пожалуйста, приглашение. Все верно. Вы найдете госпожу Видельбуд во дворе имения. Она в маске попугая. И вот еще что. Мечи прошу оставить здесь. Ну хорошо. Желаю удачного вечера. Как здесь красиво! Я ужасно давно не была за городом. Да? Но как он мог с этой тощей вертихвосткой? Не ной, это не единственный мужчина на свете. Но он же баронет. Где я такого еще найду? Белины, что ли, объелся? Эй, Вивианна, не притворяйся, что ты меня не узнаешь. Что ж ты старых друзей не узнаешь? Это какая-то ошибка. Я вас не знаю. Не валяй дурака, Вивианна. Эти волосы я всюду узнаю. Можешь, конечно, строить из себя благородную, но пока этот барон Эдвард тебя, как там его, из канавы не выловил, ты был обычной... Довольно. Госпожа сказала, что тебя не знает. А это у тебя что, новый какой-то? Еще старше прежнего? Тоже мне хер горбатый. Правду говорят, чем меньше может, тем больше платит. Пойдем, Трис. Не будем устраивать скандалов. Эй! Вивианна! Ты мне больше нравилась, когда работала в каретах у пассифлоры. Вернись назад! Отвратительный тип. Я еще с тобой не договорил. О! Мой муж руководитель. Какой забияка. Я не в настроении. Не делай так больше. Вечный огонь пылает и все такое. Я тут рифму ищу. Душно. Душно. Выгоню его, клянусь здоровьем. Снова он у этой девки ночевал. Хо-хо! Какой забияка! Твоя слава летит впереди тебя, Геральт. Отцепись.
стукнуть тебя. Жри, говно! Хо-хо! Какой забияк! Целую вас в щечку. Вот увидите. Только прошу, не убегайте и снимите маску. Вы пьяны. Я все расскажу вашей жене. Хорошо, но сперва поцелуйчик. Госпожа Клементина, а если я вас поймаю, то что будет? Ну, что будет? По морде получишь, сударь, то и будет. Прошу оставить меня в покое. Ах, шалунья вы, госпожа Клементина. Ей я этого, конечно, повторять не буду. Но вот тебе скажу. Я поцелую вас в щечку, вот увидите. По-моему, вот они сами во всем виноваты. Никогда мне эти чародейки не нравились. Я все расскажу вашей жене. Хорошо, но сперва поцелуйте. Представляешь, он делал вид, что ее не знает. Бедняжка. Такое унижение. Не смотри на меня так, а то я позову стражу. Но ты меня и напугал. По-моему, они сами во всем виноваты. Я вам в дочери кажусь. Мне эти чародейки не нравятся. Мне же это ничуть не мешает. Не подходи ко мне. Я поцелую вас в щечку. Вот увидите. Только прошу, не убегайте и снимите маску. Вы пьяны. Я все расскажу вашей жене. Сколько хорошо, гостей? Но сперва поцелуйте. Но как он мог с этой тощей вертихвосткой? Идите не по добру, по здорову. Это не единственный мужчина на свете. Но он же баронет. Где я такого еще найду? А когда-то... Че там? Прошу простить. Удивительная скука. Аж скулы сводит. Ну и набрался же он. Кончай причитать и подай креветку и трубу. В хорошую погоду со стен можно увидеть знамена Нильфгарда. Я кровь!
набрался же он. Душно, душно. Соблюдай приличие, хоть как-нибудь. Морец? Что ты здесь делаешь? Малютка Меригольд. Ну и ну, а я думал, будет шикарный прием. Да, я тоже по тебе соскучилась, но сейчас это не важно. Ты знаешь, как выбраться из Новиграда? Если хочешь, можешь присоединиться к нам. К вам? Это к кому же? Среди них есть и твои друзья. Когда мы все соберемся, я выведу вас. Ты выведешь? Прости, Меригольд, это все равно, что дать себя вести хромому утенку. За сим прощаюсь. Кто это был? Это мой старый знакомый. Морец Диффентель. Я потом тебе расскажу. Давай посмотрим, что здесь. Разные ходят слухи. А второй меч у тебя на случай, если первый сломается? Разумно. Скучно. Пойдем с кем-нибудь поговорим. Что мы уже зависим от чего? Мне одно? Экономически. Скучно. Время инвестировать. Ну, оставайся. Вы меня искали? Кто желает быть следующим? Прошу. Сударь Диванон освободил место у стола и уже, должно быть, не вернется. А что с ним стало? Какие-то добрые люди отвели его в сторонку, чтобы он ничем себе не навредил. Так что, сыграем? Первым вашим соперником будет граф Вальдемар де Крот. Он может позволить себе проигрыш, поэтому играть будет неосторожно. Играем.
Что ж, еще партию? Если карта идет, нужно этим пользоваться. Ваш следующий противник — граф Гамо Селин. Его отец в рассвете лет проиграл фамильное имение в долине Нимнора. Гамо пошел по его стопам. Однако не следует его недооценивать. Отчаянные игроки опасны. Играем. Скулы свой. Что ж, еще партия? Если карта идет, нужно этим пользоваться. Сударь Мариус Флорин. Говорят, благодаря амулету из кости Риггера он никогда не проигрывает. Разумеется, у меня есть иное мнение на этот счет. Играем.
Эта прекрасная дама обязательно принесет Душа, вам счастье. Пойдем с кем-нибудь. Прошу, поговорим. Не отпускайте ну, ее. Ну, иди. Мне одной? Скучно. Ну, оставайся. Грегор, ты Деркхофа не видел? Минуту назад... О, простите. Я перепутал вас с моим другом. У него похожая маска. Генерал Лорхис? Геральт из Ривии. Значит, я не так уж и ошибся. Очень приятно. А это... Прекрасная незнакомка. Подождем с формальностями до конца приема, когда все снимут маски. Ведь так забавнее, правда? Вы правы. А теперь прошу простить, мне правда нужно срочно найти Деркхофа. Приятного вечера. Душно. Душно. Я ведь не какая-нибудь расистка. Человек, эльф, краснолюд. Главное, чтобы соблюдал приличие. И тут как грохнет. И что? Что дальше? А ничего. И я, разумеется, вовремя отскочил. Мне только опалило брови. Алхимия бывает весьма опасна. Алхимик должен быть быстр и ловок, как черная пантера. Вот бы его для цирка отловить и людям показывать. Капитал можно сколотить. Снова он на обед опоздал. Гончих псов, чем наши. Выглядят они грозно. Они великолепно выдрессированы. Даже тяпнуть без моего позволения не смеют. Сидеть.
Стоять! Лежать! Очередной приблуда из Тимерии. Ну? Знаешь, в застенье есть прачечная. Там стирают одежду. Хорошую погоду со стен можно увидеть знамена Нильга. Вы меня искали? Да, так его прорвало! А что? Как же надо! Снова он на обед опоздал. Я ведь прав! Искал я его! Ну, я ему и сказал, до самых даток его прорвало. А что? Как же надо. Я ведь не кто-нибудь. Я ведь раб. О, приветствую. Знаешь, тут трудно с работой. Вечный огонь пылает и все такое. Мой муж руководитель. Со стен можно увидеть знамена Нильга. Мяу! Ты видела того в кафтане в обтяжку? Но с той рыжей шваброй. Вот видишь, ты говорила, что Вигельбуд зануда. А тут на тебе, притащила стриптизера. Только зачем ему девушка? Может, она реквизит подает? На Виграде тебе занятия не найти. Время инвестировать в драгоценности. Мяу! Ты видела того в кафтане в обтяжку? Но с той рыжей шваброй. Вот видишь, ты говорила, что видел... Снова он на обед опоздал. Зачем ему девушка? Может, она реквизит? Я читала, что от одного только взгляда запоширить можно. Мутант! Еще один шанс. Красота. Кладбище полны людей, которые думали, что старый Йоэль даст им еще один шанс. Сиги, вот тебе и раз. Геральт! Холера, как ты меня узнал? По голосу. Ну, конечно, знаменитое ведьмачье чутье хоть на что-то сгодилось. А ты не представишь свою милую спутницу? Привет, Ровин. Невероятно. Неужели это соловьиный голосок моей любимой компаньонки? Ну хорошо, пошутили, посмеялись. Но я вижу, что вы спешите. Да. Знаешь, Геральт, я не слишком люблю встречаться с тобой на приемах. У меня сразу начинает ломить кости. Как в непогоду.
Не делай так больше. Ты пробовала печеных перепелок под клюквенным соусом? Ой, я, пожалуй, больше не могу. У меня уже ничего не влезет. Ешь, ешь. Велени дети голодают. Как ты смеешь? И тогда я ей сказала. Я вас оставлю на минуту. Госпожа? Да, это я. Насчет форели. Что? Ах, да, конечно. Прошу простить мне эти меры предосторожности, но, может, пойдем поговорим где-нибудь в укромном месте? Благодарю, что вы согласились нам помочь. Мой лакей предупредил, что вы придете с другом. Мне бы хотелось, чтобы о побеге Альберта знала как можно меньше людей. Но если вы ему доверяете... Как никому другому. Охотники не появлялись? С тех пор, как они напали на моего слугу на рынке, нет. Все улеглось. Но мне удалось подкупить одного человека из храмовой стражи. И он сказал, что разговоров об Альберте все больше. Откуда стража вообще узнала, что ваш сын занимается алхимией? К сожалению, я не могу поручиться, что сам Альберт не начал похваляться очередным экспериментом. Он очень беззаботен. Совсем как его отец. Он был очень милый человек, но совершеннейший болван. Его сожрал Главоглаз. Вы не слышали эту историю? Он, должно быть, много путешествовал. Да где там? Он пробовал их разводить. Наверное, я радоваться должна, что Альберт увлекся алхимией. Она все же безопаснее. Пойдем за Альбертом. Где он сейчас? Развлекает гостей. На приемах он всегда душа компании, поэтому я не хотела, чтобы у кого-нибудь возникли подозрения. Когда он сможет выйти? Придется подождать, пока гости не выпьют столько, чтобы видеть только подносы с новыми кубками. Но не бойтесь, это не займет много времени. Ваш сын собрался? Нам придется действовать быстро. Да, я за всем проследила. Куда вы его заберете? Вам лучше не знать подробностей. Он будет в безопасности, обещаю вам. Но... Прошу вас, положитесь на меня. Я не в первый раз это делаю. Я знаю. И благодарю вас. Как мы его узнаем? Он в маске пантеры. Альберт знает, что вы за ним придете, и он в восторге от того, что ему предстоит. Боюсь, он не до конца понимает, какая опасность ему грозит. Как я уже сказала, он не слишком сообразителен. Относительно этого можете не беспокоиться. В компании некоторых чародеев он придется очень кстати. Геральт! Мы пойдем поищем его. Я буду ждать новостей. Пойдем искать Альберта. С некоторых пор его совсем не видно в городе. Говорят, он нажил себе врагов и в конце концов обратился к Юэ. Фи. Должно быть, понадеялся, что тот даст ему еще один шанс. Удивительная штука. Аж скулы сводят. Да пребудет с тобой сила вечного огня. Душно. Душно. Моя слава летит впереди тебя, Геральт.
Мой муж – руководитель. О, приветствую. А что здесь делает ведьмак? В хорошую погоду со стен можно увидеть знамена Нильфгарда. Снова он на обед опоздал. Да, золотце. Альберт Вигельбу? Для тебя, солнышко, хоть Адольф Валентина. Душно, душно. Геральт? Мой муж – руководитель. Снова он на обед опоздал. Альберт Вигельбут? Я похож на жалкого фанфарона и маменькиного сынка? О, боги! А второй меч у тебя на случай, если первый сломается? Разумно. И тут... Как грохнет! Выгони его, клянусь здоровьем. Снова он уйдет. Да. Красивая маска. Вау! Альберт Вигельбут? Нет. Я черная пантера. Милый граф. Нам надо обсудить экскурсию в Новиград. То есть вы? Да. Когда мы можем покинуть имение? Мама говорила, что лучше подождать, пока все напьются. Кроме того, позже будут фейерверки. Это отвлечет внимание. Когда начнутся фейерверки, я выберусь в сад. Встретимся в лабиринте. Мы будем ждать тебя там. Хорошо, но сперва попробуйте этого розового фиорана. Непременно! Надеюсь, Альберт не забудет, зачем они устроили прием. Может, подождем в саду? Я присмотрела там такой милый уголок. Мамочки, ну и чудище. Скучно. Пойдем с кем-нибудь поговорим. Ну иди. Мне одно? Скучно. Разумно. Ну оставайся. Истина такова, что мы уже зависим от черных. Экономически. Удивительная штука. Ну и набрался штука. Же он. Аж скулы сводит. Кончай причитать и подай креветок и трубу. Может, сядем здесь? Как приятно снять маску. Хотя бы на минуту. Отсюда отличный вид. И даже вино есть. Я страшно давно не выходила в свет. Нет, правда. Это замечательная перемена после новиградских сточных каналов. В таком случае самое время спросить... Да? Про этого чародея, которого мы встретили. А, ты про Морица. Что ты хочешь узнать? Вы знакомы? Геральт, все чародеи друг с другом знакомы. Некоторым уже больше 100 лет. А это достаточный срок, чтобы перезнакомиться. В таком случае, когда ты с ним познакомилась? Давным-давно. На одном приеме.
Он подошел и сходу предложил телепортироваться в какое-нибудь уединенное место. По нему видно, что от него стоит ждать таких предложений. Да? Тогда он казался мне сладким. Он ухаживал за мной еще какое-то время. Мне показалось, ты ему не нравишься. Я думаю, он с удовольствием мной бы командовал. Но подчиняться... Но ведь именно ты устраиваешь побег чародеев из Новиграда. Иногда я и правда не знаю, как я умудрилась собрать их всех вместе. Все дело в твоем личном очаровании. Осторожно, это прозвучало почти как комплимент. Вот и хорошо. А, так ты хочешь... Кто-то идет. Это Альберт. Нет, просто какой-то заблудившийся гость. Чш. Наверное, ищет подружку. Как в той эльфской сказке про лягушку и трясогузку. Инху-инху, бег-броа. Тихо-тихо, лягушонок. Тихо. Пойдем отсюда. Надеюсь, что гости не напьются так быстро, как я. Чем быстрее мы отсюда уберемся, тем лучше. О, нет. Я сперва осмотрю этот их знаменитый лабиринт. Говорят, у них там скульптуры. Совсем. Совсем. Совсем что? Совсем голые. Пойдем, Геральт. Рис, подожди. Геральт, ты идешь? Герай, ты идешь? Осторожно. Господа Меребольд, наконец-то! Мне жаль, что мы встречаемся в столь исключительно неблагоприятных обстоятельствах. Хорошо сказано. Но мы непременно это наверстаем. Потом я обязательно покажу вам свои алхимические формулы. Никто за тобой не следил? Кажется, нет. На всякий случай, поменяйтесь масками. Мы пойдем вперед. Геральт сразу за нами. В конюшне нас ждут оседланные кони. Хорошо, там и встретимся. Обстоятельствах я бы показал тебе все. Ой, прошу прощения, я... Альберт Вигельбут. Барышня, отойдите в сторону, пожалуйста.
А вы, молодой барин, без фокусов. А то еще синяков себе наделаете. Это вряд ли. Я тебе почки в кисть! А ну, навали! Сильный, сука! Сдохни! Я уже начала беспокоиться. Все в порядке. Нужно только немного прибраться в саду, пока гости не поняли, в чем дело. Послать туда слуг? Да. Я прослежу за этим. А вы поторопитесь. Все готово? Да. Я забрала твои мечи у стражника, а Ингрид передала мне деньги. Их здесь гораздо больше, чем я думала. Замечательно. Так куда мы едем? Ты? Никуда. Теперь у меня действительно появился шанс вывести всех чародеев из города. Если ты захочешь попрощаться, то знаешь, где меня искать. Попрощаться? То, что случилось у фонтана, мы не должны. Я знаю, это из-за меня. Вино ударило мне в голову. Прости. Не надо просить прощения. Госпожа Меригольд! Нам пора. Берегите себя.